Журавлев, прием. Я получил результаты экспертизы. Те останки, что ты нашел у аномалии, не принадлежат Дубинину. Все подстроено, чтобы мы его не искали. Такие вот новости. До связи.
дерьмо. Кто же тебя так, брат, стал? Очень дорогое оборудование, так что надо выручать.
Все, музыкальная пауза. Нормальная такая пряха. Короче так, вали отсюда, а игрушку эту мы себе оставим, поиграться. А если захочешь по свалке спокойно ходить, тащи еще две таких. И никто тебя пальцем не тронет. Понятно? Может, договоримся? Денег принесу, оружие любое. Что хотите, только детектор верните. Хер тебе, хитрожопый. Надо было нормально, по-пацански, зайти к нам, подгонять. Раз увижу тебя тут, и без подгона урою. Отвечаю урою. Закопаем вас, сучьё! Спасибо, командир. Уж извини, что все так вышло.
Ну, здравствуй, сталкер. С чем пожаловал? Пока. Чего тебе? Чеши давай! Сталкер, ты на территории долго. Шалить здесь никак не разрешается. Со всеми вопросами подходи ко мне. Дружище, выручай! Тут монстров с ума сойти!
Мы там собак на подходе к бару перестреляли. Помогли защитить мир от заразы зоны. Может, нам награда какая причитается? Ну, раз защитили, то будет награда. Обратись к бармену, нальет тебе пару стаканчиков за счет заведения. Учти, ты соблюдаешь наши правила, тебя никто не трогает. Иди своей дорогой, Сталкер. Проходи, не задерживайся. Вы покроете себя вечной славой. Кроме того, все, кто вступил в долг, обеспечиваются оружием и отличным снаряжением. Свободные сталкеры, ветераны и охотники, вливайтесь в ряды долга. Защитить мир от заразы зоны – наша общая задача. Смертельным аномалиям, опасным мутантам, а также анархистам и бандитам не остановить долг. Мы победоносной поступью идем на помощь гражданам всей планеты.
дорога, Сталкер. Ветераны Чернобыля, вступайте в ряды долга. На нас лежит огромная ответственность. Нужно защитить мир от наступления зоны. Проходи, не задерживайся. Мир со страхом смотрит на расползающуюся заразу зоны. Кто не мечтал стать героем дня? Искрой божественного. Так, замолчать! Распелся тут. Здоров, командир. Ну что, теперь моя очередь тебя вытаскивать. Ну все, пошли. Только тихо. Отсюда только один выход. Нужно прорубить им свет и по-тихому пройти мимо постовых. Рубильник в здании рядом. Иди провода проверяй. Они сейчас пойдут к тебе. Спрячься куда-нибудь. Как только выждешь момент, выскакивай оттуда.
Чёрт возьми! Живёзла теперь! Обнаружены враждебные элементы. Приказ всем, кто находится на территории долга. Срочно уничтожить врагов! Отсюда только один выход. Нужно прорубить им свет и по-тихому пройти мимо постовых. Рубильник в здании рядом. Твою мать! Души весла теперь! Отсюда только один выход. Нужно прорубить им свет и по-тихому пройти мимо постовых. Рубильник в здании рядом. Что за хрень? Я ж говорил, прожектора вырубаются. Просил же, блин, починить. Иди провода проверяй. Они сейчас... Твою мать, суши весла теперь! Внимание! Обнаружены враждебные элементы! Приказ всем, кто находится... Срочно уничтожить врагов! Получай! Внимание! Обнаружены враждебные элементы! Приказ всем, кто находится на территории долга! Срочно уничтожить врагов! Внимание! Обнаружены враждебные элементы! Приказ всем, кто находится на территории долга! Срочно уничтожить врагов! Внимание! Обнаружены враждебные элементы! Приказ всем, кто находится на территории долга! Срочно уничтожить врагов! Внимание! Обнаружены враждебные элементы! Приказ всем, кто находится на территории долга! Срочно уничтожить врагов! Внимание! Обнаружены враждебные элементы! Приказ всем, кто находится на территории долга! Отсюда только один выход. Нужно прорубить им свет и по-тихому пройти мимо постовых. Рубильник в здании рядом. Я же говорил, прожектора отрубаются. Просил же, блин, починить. Иди
провода проверяй. Они сейчас пойдут к тебе. Спрячься куда-нибудь. Как только выждешь момент, выскакивай оттуда. Гляди-ка, крышка открыта. Может, это, влага попала какая-то. Я, наверное, закрыть забыл. Ну вот и разбирайся. Твою мать, серьезно теперь. Внимание, обнаружены враждебные элементы. Приказ всем, кто находится... Говорил, прожектора вырубаются. Просил же, починить. Иди провода проверяй. Они сейчас пойдут к тебе. Спрячься куда-нибудь. Как только выждешь момент, выскакивай оттуда. Гляди-ка, крышка открыта. Может, это, влага попала какая-то. Я, наверное, закрыть забыл. Твою мать, серьезно теперь. Внимание, обнаружены... Весла теперь. Что за хрень? Я ж говорил, прожектора вырубаются. Просил же, починить. Иди провода проверяй. Они сейчас пойдут к тебе. Спрячься куда-нибудь. Как только выждешь момент, выскакивай оттуда. Гляди-ка, крышка открыта. Может, это, влага попала какая-то. Я, наверное, закрыть забыл. Ну вот и разбирайся теперь, болван. Твою мать, серьезно теперь. Внимание, обнаружены враждебные элементы. Приказ всем, кто находится на территории долга, срочно уничтожить врагов. Внимание, обнаружены враждебные элементы. Приказ всем, кто находится на территории долга, срочно уничтожить врагов. Внимание! Обнаружены враждебные элементы. Приказ всем, кто находится на территории долга, срочно уничтожить врагов. Внимание! Обнаружены враждебные элементы. Срочно уничтожить врагов. Внимание! Обнаружены враждебные элементы. Приказ всем, кто находится на территории долга, срочно уничтожить врагов. Внимание! Обнаружены враждебные элементы. Приказ всем, кто находится на территории долга, срочно уничтожить врагов. Внимание! Обнаружены враждебные элементы. Срочно уничтожить врагов. Внимание! Обнаружены враждебные элементы. Приказ всем, кто находится на территории долга, срочно уничтожить врагов. Внимание! Обнаружены враждебные элементы. Приказ всем, кто находится на территории долга, срочно уничтожить врагов. Внимание! Обнаружены враждебные элементы. Приказ всем, кто находится на территории долга, срочно уничтожить врагов. Внимание! Обнаружены враждебные элементы. Приказ всем, кто находится на территории долга, срочно уничтожить врагов. Внимание! Обнаружены враждебные элементы. Приказ всем, кто находится на территории долга, срочно уничтожить. Обнаружены враждебные элементы. Приказ всем, кто находится.
искать! Попадись нам только! Ух, я тебя! Всем, кто находится на территории долга, срочно уничтожить врагов! Yeah.
Вставай, легавый, собирай свои извилинки с пола и давай поболтаем. Правильную. Ты же убийца. Ты убил людей в этом лагере, и сталкера на кордоне, и профессор. Вы же похитили его. Похитили? Он бежал от вас со скоростью света, ибо знал, что неблагодарно это дело на правительство работать. Кто вы такие? Поднять руки, выпадете с нами. Шаг влево, шаг вправо, руку отрежу. Уяснили? Ха! Какой грозный здоровяк! Замолкни, а то прямо здесь порешаем. Еще двоих привели. Думаю, можно начать веселье. Все, давайте их в туннели. Слушайте сюда, сталкерьё. Хотите жить? Ищите оружие и убивайте друг друга. Живым из этой туннели выйдет только один. Если кто-то попытается схитрить, получит пулю в лоб. Мы за вами наблюдаем. Давайте, не подкачайте там, а то ставки на вас серьезные. Опаньки! Thank you.
Thank you.
Mm-hmm.
А теперь, легавый, медленно развернись. Не строй больших планов за моей спиной. У тебя все равно ничего не выйдет. Я вживую покажу тебе, что бывает с теми, кто переходит мне дорогу.
Журавлев, ты куда пропадал? Какое-то время от тебя совсем не было сигнала. Думаю, настало время нам всем встретиться. Собирай отряд и дуйте в деревню торговца на армейских складах. Тут все обсудим. Принял. Уже пакуем вещи. Только Коваля на связи нет. Коваль мертв. Подробности при встрече. Еще одно новое лицо в наших краях. Ну же, ходи. Вещь, патроны, оружие, еда. Все для сталкеров, да еще и по низким ценам. Ты даешь. Ты будешь покупать все это? Ты смотри, за товарами уже очередь. Не возьмешь сейчас, потом только соль да ружье останется. Thank you.
Давай, ступай. А вот такое вам как? Эй, командир, проснись! Быстро ты реагировал! Кончай уже! Среди сталкеров совсем нету женщин. Это ж только представить. Амазонки. А вот анекдот. Приходит новый русский к сталкеру и говорит: слушай, мне артефакт нужен. Золотая рыбка называется. Хочу, как все братаны, на шее чтоб носить так. Так ведь он радиоактивный. Слышь, ты чё мне мозги паришь? Радиоактивный, радиопассивный. Я же его не в трусы засуну. Вот черт! И чем это я думал, что фотоаппарат не взял? Хоть бы мыльницу какую. И почему среди сталкеров совсем нету женщин? Погнали. Командир, не разбегаемся. База точно заброшенная? Там прожектора горят, патрульные ходят. Кажется, торговец это и имел в виду, когда говорил про фантомов. Выбора у нас нет. Надо двигаться дальше. Что
там завел? Не получается, товарищ майор. Я ж тебе говорил, чтобы машина на ходу была. Я пешком до детяток плестись не собираюсь. Как хочешь, но заводи. Аномалия! Здесь нам не забраться. За продажу боеприпасов нашему врагу вы приговариваетесь к расстрелу. Лейтенант, привести приговор в исполнение. Товарищ лейтенант, прошу, не надо! Жутковатое место. Давайте по-быстрому пролетим это место. Здесь слишком жутко. Почему они на нас не реагируют? У меня мурашки от этого места. Выдвигаемся к антеннам завтра. Всем приказ привести в порядок оружие, выспаться и завтра, как штык в 4 утра, быть на построении. Кто бы там ни был, их нужно оттуда выбить. А то возомнили о себе, понимаешь, хозяев зоны. Мы-то им покажем, кто тут хозяин. Опять нечистое что-то. Мать вашу! За деньгами? Да нафига покойнику деньги-то? Успокойся. Еще 3 месяца и домой. Там нет и радиации проклятой нет, ни аномалий. Потерпи. 3 месяца. Да ты проживи эти 3 месяца еще. Из нашего состава сколько осталось? 5. А сюда нас автобусами свозили. Бежать. Вела судьба, не знаю. Я работает! Черт! Твою дивизию. Вы закончили? Может, уже дёру дадим отсюда?
Интересно, как это сектанты проскочили мимо барьера? Что-то я не доверяю этим краям. Нужно заканчивать с заданием и возвращаться на агропром. Так, сразу говорю, никаких дайте в долг. Вот послушайте, мужики. Всегда. Ну, давай. Заходи.
В этой деревне есть несколько лестниц. Будь так добр, принеси сюда одну и вытащи меня отсюда. Я тут долго не высижу. Помоги мне. Thank you.
тут долго не высижу. Помоги мне. Эй, мужик, помоги мне!